Правоохранительные органы подключились к расследованию причин массового отравления в лагере «Солнечный» Городецкого района. Как мы вчера сообщали, родители экстренно забирали оттуда своих детей. Симптомы – рвота, температура, расстройство желудка. Сами дети считают, что причина в некачественной пище. Они жаловались на полусырые котлеты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителя. В настоящее время следователи Следственного комитета допрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают необходимую документацию, назначаются экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.